Я здороваюсь. Художник по костюму, наверное, да. Иванова Яна. Мы... вообще, как все начиналось? Нам позвонил режиссер, мне позвонил режиссер Игорь Григурко, рассказал о том, что, собственно, состоится у нас спектакль, рассказал немножечко про тему, а может быть, даже и немножечко. И, собственно, нам в этот раз было достаточно просто работать, потому что режиссер работает с этим материалом уже очень давно. И, собственно, все вводные и исходные были от него. Потому что, как он сам говорит, это такая его фантазия, фэнтези на тему язычества, фэнтези на тему славянского народа, фэнтези на тему обрядов и всего того, как это было, потому что досконально мы все равно это не знаем, да? Конечно, мы перебирали несколько вариантов, какая это может быть эстетика. Либо это будут орнаментальные части. Но в итоге это была рваная эстетика, гранж. Наверное, когда задумывалась это все, я думала о том, что наши предки, бабушка давала маме какие-то тряпочки, сундуки. Прабабушка давала бабушке, мама своей дочери. И какая-то такая история, когда ты, например, перебираешь вещи от одного поколения к другому поколению, и она немножко где-то протирается, где-то рвется. И в конечном итоге мы получаем ту картинку, которая есть на сцене. Мне кажется, это получилось очень здорово и красиво. Уже были наработки и мысли на тему, как это должно быть. По крайней мере, он точно знал, какие это должны быть комплекты, какой это должен быть, там, естественно, состав персонажей и какие это должны быть аксессуары, символы. Соответственно, нам была дана такая полная воля в том, собственно, как это будет выглядеть. Дал нам волю в том, как мы стилизуем эти костюмы. И здесь, для того, чтобы стилизовать, нам, конечно же, пришлось переработать кучу исторической информации, а именно той информации, которую сложно найти, потому что период был указан древние славяне, переход с язычества на крещение, какой регион, какая область нашей страны, в принципе, берем что-то усредненное. То есть были такие, знаете, данные совершенно широко полярные точки, и нам надо было как-то усреднить эту всю историю. Ну и плюс найти более или менее достоверную информацию. Соответственно, ну что у нас было? Был интернет. Были источники в интернете, приходилось читать какой-то объем информации, систематизировать его, анализировать и сверять данные, чтобы где-то было совпадение как минимум несколько раз. Это были книги, книги по костюму, книги там, по истории. И, естественно, как основной источник, наш режиссер. Ну и наша ДНК, которая подсказывала нам, так, как жили славяне.
темы спектакля, так как у нас стояла такая достаточно сложная задача, потому что это не просто драматический спектакль, а присутствие хореографии достаточно усложняет работу для костюмщика с точки зрения того, что если посмотреть спектакль, то много различных взаимодействий происходит с костюмом. Это не просто физическое воплощение человека, а еще какое-то взаимодействие, которое рождает новые смыслы. Как человек, который писал диссертацию по взаимодействию костюма и перформанса, мне это было наиболее интересно, так как через взаимодействие с костюмом можно рассказать какие-то эмоции, чувства и ощущения от мира. Когда, например, девушки проводили парней на войну, и они вот одевают сюртуки задом наперед, они как будто обнимают парня, которого отправили на войну, и там еще и различные взаимодействия, как и берут зубами, как будто сковывает их страх. И вот эти все смыслы, они нанизаны на исторический контекст, который мы взяли, и получился костюм. В чем-то, да, в чем-то, конечно, это был эксперимент. Мы несколько вышли за традиционную драматическую форму, да. То есть здесь много пластики, много хореографии, актеры поют. Но все дело в том, что есть такое понятие генетический код, да. Мы можем даже не осознавать его, не чувствовать в ежедневной жизни. Но когда мы сталкиваемся с такими произведениями, он у нас автоматически возникает. Эти костюмы точно так же полны метафоричности, как и все, что делает Игорь Леонидович Григурко в движениях, в замысле, в песнях. И эти костюмы, конечно же, тоже метафора. Или, как они любят говорить, наши постановщики, фэнтези. Но это фэнтези основывается на очень важных на каких-то деталях. Они сразу бросаются в глаза. То есть вводные были жесткие на тему того, какие персонажи, какие комплекты, потому что в танцевальном спектакле каждый элемент одежды имеет огромное значение. То, как он скроен, то, как он сшит, как он выглядит, потому что он работает вместе с артистами, и он, собственно, должен помогать, а не мешать. Так как это очень активная работа тела, и хочется, чтобы актерам было в них легко, и чтобы при этом они выполняли свои функции относительно хореографии. Функциональность их в том, что, ну, собственно, весь рисунок, вся сценография, весь хореографический рисунок, он, конечно же, когда, наверное, простраивается, а не, наверное, а точно, да, мы его добиваем с помощью движения костюма. Но у нас там нет каких-то случайных элементов, которые возникли вдруг почему-то, потому что мы так себе представили. То есть у нас не было такой фэнтези на тему того, что мы можем представлять, как это было, и фантазировать. Нет, это не какая-то история там про аватар или там еще про что-то такое. Это история, в принципе, про реконструкцию, но очень аккуратную. Реконструкцию вот такую, как это делают для музеев, мы не хотели делать. Потому что была задача сделать это для современного зрителя, для зрителя, который смотрит это здесь и сейчас, для молодежи, которая это увидит, считает,
поймет. И, собственно, чтобы это интересно звучало сегодня. Потому что это как никогда актуально сегодня и актуально всегда. Все темы, которые мы обсуждаем со зрителем, это прежде всего мы говорим о нем. О нем, о нас, о людях, которые переживают, что люди переживают в данный момент. И, конечно же, такое понятие, как родина, такое понятие, как малая родина. Через это мы пытаемся сказать человеку, что помни об этом, помни об этом. Тот, кто помнит свою историю, тому легче будет строить свое будущее. Костюм горя – это вообще такая история про то, что, в принципе, во всей мифологии вот той языческой, древней, там всегда существовал, конечно же, добро, зло, да? То есть это наши инь-янь, которые есть всегда и являются основой для всех сказок и, собственно, жизни. Вот, поэтому горе – это такой сборный образ из какой-то шаманской даже истории, хотя шаман это, понятно, проводник, но тем не менее, это история про то, как человек, ну, вообще, как мы для себя поняли горе и как мы это, в принципе, транслируем. И нам кажется, это объяснение очень логичным. Горе – это вторая сторона человека. Вот мы испытываем какое-то счастье, мы испытываем какое-то горе. Мы бываем добрыми, мы бываем злыми, мы бываем белыми, мы бываем черными. И, соответственно, у каждого у нас есть вот эта дуальность. И, собственно, горе для каждого выглядит по-своему. И оно отражает самые главные страхи, которые есть у человека. Соответственно, каждый, я думаю, может там увидеть свое. И сделать акцент, кто-то увидит клешни, которые там работают через всех артистов, а кто-то увидит эти рваные волосы и страшное лицо с языком, да, кто-то увидит вообще в общем силуэты, картинку, соответственно, почувствует что-то свое, вот. И, естественно, это темные цвета, естественно, это какие-то там рваные, драные фактуры, то есть это то, что понятно, то, что читается. Грубая, рабочая история, потому что война – это на самом деле работа, работа защищать свою семью. И черный потом, естественно, становится цветом войны и цветом той беды, которая выходит и вываливается на сцену вместе с образом войны. И мы считываем, против кого война, что это зло и почему мы должны его уничтожить, снести со сцены, чтобы оно ушло. Но мы понимаем, что оно затаилось в углу. И если мы вдруг за каким-то, не знаю, надобностью ослабим силу добра, оно все равно к нам придет. Оно услышит нашу слабину и придет снова. То есть вот эта вся вот эта палитра костюмов, она, конечно же, она на идею работает.
На самом деле никогда не думала, что я столкнусь с работой в театре, потому что это какая-то наивысшая степень должна быть художественного вкуса. Как бы на бакалавриате нас учат разработки производственной коллекции, например. А работать как художник костюма, мне кажется, это максимально трудно, и нужно обладать каким-то вкусом, стилем. И нужно было это посмотреть с точки зрения современного дизайна на всю эту историю. Я люблю этнику, я люблю вообще исторический костюм, я люблю все это. Учитывая, что я живу на этой земле, конечно, где-то в моих корнях это прописано, и мне это близко. Мне это очень нравится, мне нравится декоративность этих костюмов, мне нравится логичность этих костюмов, потому что ведь костюмы раньше, они были совершенно понятными, и, собственно, от функций, которые они выполняли, логичными, да, то есть когда все только появляется, оно очень логично и очень понятно, потом все это обрастает шелухой, коммерцией, становится немножечко, а зачем? А тогда было понятно все. Если это костюм, то он там осуществляет защитную функцию. Он показывает другим людям, кто ты есть. Он, собственно, делается из тех материалов, которые растут на твоей земле. И они служат для того, чтобы там, защищать тебя, оберегать от лучей солнца, помогать там, сохранять твои руки от холода с помощью длинного рукава, помогают работать тебе на поле, там, вытирать детей, там, еще что-то такое делать. Да? С помощью какого-то узора, ткани, цвета этот костюм рассказывает о тебе. Это некий такой паспорт. Да? С помощью каких-то аксессуаров костюм работает во время специальных обрядов. Вот. И этот костюм, он идет с тобой через всю жизнь, его очень берегут, его передают по наследству, его сохраняют, его, собственно, восстанавливают, реставрируют. И эта история тоже очень крутая, она про, собственно, такой тренд экологичности, который сейчас очень актуален. Такие роспуски, какие-то рваные детали в полотнах, они должны были присутствовать, чтобы так и показать трушность некую истории, так и в целом создать некие детали, за которыми можно зацепиться взглядом, когда смотришь спектакль. Фалды у сюртуков должны летать, и этот рисунок птицы, он постоянно работает. Ведь смотрите, не только отлетала лебедушка, когда мы большое-большое крыло выстраиваем. Птица, полетность, она везде. Когда, допустим, у девочек сарафан должен при кружении быть колокольчиком, а это руна берегиня. Сразу, да, вот силуэт. Это все вкладывалось в задачу, в техническую задачу. А дальше уже как сложилось, как это все сделалось и как это скроилось. Ну, помимо того, что понятно, как бы с помощью фактуры ткани, которая примерно про то, что было, но она современная, потому что тогда был, например, там лен и конопля и полушерсти, что-то такое. Соответственно, у нас тоже натуральные фактуры, у нас нет никакой синтетики, у нас какие-то смесовые, хорошие, очень такие говорящие материалы. У нас цвета про то, как было тогда. То есть если это простой человек, крестьянин, то, собственно, у него какой-то небеленый лен или какая-то такая совершенно ровная по цвету ткань, у нас это тоже есть. Собственно, у нас вообще там несколько цветов, самых таких основных, самых говорящих. Это как бы основа, там, скажем, светлая. Дальше мы говорим, когда переходим на уровень любви, страсти и красоты, это красный. И когда мы говорим про горе, это черные. Есть какие-то еще элементы декоративные, как раз-таки наборные, которые мы делали как некий такой узор. То есть мы не хотели делать вот классические узоры, как вот они были. Да? На самом деле, вблизи, если рассматривать костюмы, там очень много таких ручных техник. Вот. И эта техника, в принципе, ручная. Причем все материалы, которые собирались на элементы вот эти декоративные, они почти все были из отходов производства. То есть это было, собственно, в каком-то ателье, что-то там скроили, остались остатки. Мы это забрали, нарвали и сделали. Да, конечно, что-то где-то там докупилось, но, в принципе, кстати, на костюм горя тоже очень много вот этого рванья было взято с остатков. Это как бы такой мостик про экологичность от того костюма к нашему костюму.
Почему мы решили взять такие техники в нашем костюме? Потому что, собственно, речь идет о том, что этот костюм носится долго, но в то же время нашему зрителю современному это очень понятно, и он, когда это видит, он видит это как что-то модное в первую очередь, да, и это выглядит стильно. Но мы как бы говорим спасибо тому времени, во-первых, а во-вторых, с помощью этих техник мы позволяем нашему костюму правильно работать. Потому что, например, необработанный край определенным образом формирует там низ сарафана или там край сюртука, и эти юбки летают особенным образом, да, потому что если мы их подвернем и сделаем строчку, это будет немножко другой стилистический рисунок. Вот. А если мы это сделаем как бы вроде бы просто не обработав край и сделав там несколько строчек в край параллельных, то мы его и утяжелим, и дадим, собственно, какой-то такой особый полет, который поможет нашему режиссеру досказать то, что он хотел, а зрителю, собственно, получить там миллион эмоций. Это, в принципе, по большому счету, философская вещь, в которой мы отвечаем на постоянные вопросы, которые задает себе человек в процессе жизни. Поэтому он не только сегодня актуален, будет и завтра актуален, через год и через 10 лет. Ни один человек не останется равнодушным, посмотрев эту историю, потому что она бьет прямо в цель и прямо в самое сердце. Мне кажется, этот спектакль нужен сегодняшнему поколению и сегодняшнему человеку. И в рамках истории, которая творится на жизни у нас сейчас. Весь цикл жизни. То есть у нас все про такое кольцо, про какой-то такой ход. Родилась, прожила, родила, ушла, передала. Ну, собственно, про бесконечность и про все вот эти основы. О том, что жизнь вечна, бесконечна, и желательно, чтобы каждый человек ее прожил достойно. Для меня сила этого спектакля в том, что его хочется разгадывать. И сила... правде, да? Правде жизни, от которой мы иногда так отмежевываемся, говоря, ну ладно, ладно, тут много работы, у меня там проект, мне нужно заработать, мне нужны деньги, мне нужно добиться счастья. А на самом деле правда проста в том, что ты оставляешь после себя. И насколько то, что ты оставил после себя, преисполнено добром. Это может расти дальше, это дает корни, дает свет, дает силу жизни или не дает. Это простая правда.